Шерри, да, взять? Она в меня выстрелила, я сейчас в нее тоже. Посмотрим. Ух ты, ё-моё, тихо-тихо-тихо. У нее здоровье совсем уже уменьшилось. Я сейчас пойду ее попробую убью. Не знаю, получится или нет. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Brawl Stars. И я выбираю своего друга Леона, потому что я его выбрал. Открыл я его недавно, но записать, к сожалению, не получилось. Ладно, играем за него. Мы играем, значит, получается, не в парное, а в одного. Я хочу в одного поиграть, посмотреть. Так, все, идем. Так, тут у нас Дэрил проходит, здесь ходит, гуляет. А нам нужно заработать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Начал стрелять. Гаденыш такой небольшой. Ну, здесь мы сейчас еще откроем. Вот этот. Получается, сундучок нормально все. Есть, и заработали, взяли. Так, все, он ходит здесь, прячется, друг. Ладно, иди нафиг. Не буду я с тобой драться. Так, а у нас уже 7 бойцов. Смотри, вот еще сундучок есть. И мы его сейчас откроем. Во! Ёлки-палки, кто там, Джеки ходит? Ну ничего страшного, но у меня здоровье всего лишь 4400. Так, а у всех остальных побольше. Вот, допустим, Шерри, да, взять? Она в меня выстрелила, я сейчас в нее тоже. Посмотрим. Ох ты, ё-моё, тихо. У нее здоровье совсем уже уменьшилось. Я сейчас пойду ее попробую убью. Не знаю, получится или нет. На, получай. Все, я ее убил. Забрал баночку и пошел дальше. А, 4 бойца осталось. Хорошо. Так, у меня всего лишь 4 банки. Надо бы еще где-нибудь баночку найти. Сейчас проверим. А, вон идет, смотри. У нас розочка. Сейчас мы ее. Ух ты! Какая она активная, а? Слушай. Ой-ой-ой-ой. Бежит за нами. На, получай. Ага. Я-то знаю, что она где-то здесь сидит. Сейчас попробуем ее убить. Так, вот она, смотри. Получи. Она прям не боится, там сидит. Ух ты, стала большой. Так, уходим. Уходим. Я с ним драться не хочу сейчас. Так, ладно, давай. Вот, идет хорошо для меня. Молодец. Тихо. Иди нафиг от меня. Убил. А, Джеки меня убила, к сожалению. Ах, и тут идет столкновение. Кто кого? Роза или Джеки? Сейчас посмотрим. Давай, Джеки, наверное, победит. Я думаю. О, да. Джеки крутой боец. А, нет, смотри, Роза выиграла. Молодец. Ну, смотри, у меня 7 кубков, да? Это хорошо. Сейчас я попробую поменяем игрока. Так, а ну-ка выходим. Сейчас возьму тоже Розу. Давай поиграем Розу. Давно я Розу не играл. Ага, давай. Очень давно не играл я Розу. Ладненько, давайте сыграем. А Розочка я давно не играл. Сейчас я вспомню, как. Чего, кого? Ух ты, где я? А, вон, смотри, где я очутился. Сейчас, подожди, секунду. Так, а все Розу, кстати, боятся, мне кажется, нет? Эй, иди нафиг отсюда, отвали от меня, гаденыш. Все, я его зафигачил. Фига, Роза, молодец, слушай, она сильная. Сильный игрок. Так, Динамайк ходит здесь. Так, ладно, мне не нужен этот Динамайк. И здесь попробую открыть еще одну баночку. Фига, у меня здоровье, 5500. Давай я тут Розу убьем, попробуем. Давай, я его убью сейчас. Так, все, убил, хорошо. Одним моментом я даже не понял, где я стою. Но я ее убил все-таки. Потому что у меня банок больше, чем у нее. Поэтому мне ее легко нужно было убить. Так, у нас 4 бойца осталось, хорошо. Кто-то там у нас. Ух ты! Так, тихо, как ты узнал, что я здесь сижу? Алло. Как ты узнал? А кто там стреляет? Шелли, что ли? Да, Шелли, а тут чучулька это и ходит далее. Так, ничего страшного, я здесь постою. Так, а может быть, в принципе, я сейчас его зафигачу, смотри. Давай, я тебя сейчас зафигачу. Бегаю здесь. Ах, нет, он меня убил все-таки своим супером. Как плохо. А что сейчас свой супер-то не включил? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас последим за этим чуваком. Фига, он выигрался. Понятно. Ладненько. Ай, давай еще раз играю. Я забыл супер сделать ее. Ее супер-то забыл сделать. Сейчас я пробую все-таки сделать супером и победить. Она сильный игрок. Роза, оказывается, да. Неплохой такой. Так, смотри, у нас еще с интернетом опять проблемка. Так, давай сейчас это мы откроем сундучки, попробуем. Так, быстрее. О, сразу, смотри, два сундука мы забили.
И есть тут еще один сундучок. О, там Роза бегает. Так, Роза, смотри, видишь, у меня силы сколько много. Поэтому ко мне не лезь. Так, опять что-то у меня с проблемой с интернетом. Ёлки-палки. Что с интернетом творится-то, а? Давай немножко постоим. О, нет. Если такая проблема с интернетом будет, это не очень хорошо. Это не очень хорошо, слушай. Так, чувак какой-то ходит. Ладно, подождем. Ай, главное, чтобы он меня не увидел здесь. И не убил. Так, ой, что-то летит здесь. Что-то летит. А, Эль Прима идет, смотри. На тебе. Давай, кто кого. Да ё-моё, почему я... Вот интернет, смотри, все. Тихо, иди нафиг сюда. Давай, супер, где мой супер? О, давай, есть, я убил. Хорошо, замечательно, чуть не умер. Нет, с таким интернетом, ребята, играть не то что тяжело, просто невыносимо. Так, Эль Прима идет. Давай, я сейчас выбью. Давай, еще чуть-чуть. Да ё-моё, не успел. Где он такой? Эй, тихо, отвалит меня. А, все-таки убил. Ну, ребята, я убил, потому что мне интернет лагал. Видишь, как, ну, все равно. Сейчас посмотрим, может получится, что с интернетом будет. Так, зарабатываем жетончики. Так, выходим, меняем тогда сразу. Не Розу берем, сейчас другого какого-нибудь игрока возьмем. Так, давайте посмотрим, что у меня здесь. А здесь у меня что-то интересное. А, очки силы, награды, так, кому дадим? А, ну давай попробуем, знаешь, кому? Роза у меня 9 ранг, 4 сила. Ну давай я Розе дам, почему бы нет? Да. Очки силы получает Роза, отлично. Вот. Ух ты, большой ящик, ребятушки, давайте откроем большой ящик. Так, посмотрим, что будет в этом большом ящике. Монеты, очки силы Роза, о, спасибо. И Шерри. Так, вот Джейси. Спасибо. И больше, в принципе, я ничего не открыл, к сожалению. Ладно. Новый рубеж у меня будет 50 монет. И потом откроется снова большой ящик. И скоро-скоро мы дойдем до бойца Дина Майка. Это очень даже неплохо. А что там за подарочек у меня в магазине лежит? Давай посмотрим. А, монетки. Давай заберем. Все, спасибо. Монетки мы забрали и отправляемся дальше. Так, а давай Розу улучшим. Почему бы и нет? Так, что у нас тут получится? Урон добавится. Ой, спасибо. Урон. Это очень хорошо. Да, и продолжим дальше играть за нашу Розу. Хорошо. Сейчас посмотрим. Ух ты, сколько много сундуков там, ребята. Так, берем сейчас вот этот сундучок возьмем. О, еще один удар. Отлично. И идем там, где много сундуков. В том месте. О, там уже ребята работают, посмотрю. А, вот этот чувак ходит. Так, мне бы его убить бы, слушай, а. На тебе, получай, гаденыш. Буду тебя убить. Есть, я его убил и забрал все бабки. Нормально? Вообще неплохо. Ух ты. Тихо, я туда не пойду. Нет, спасибо. У меня уже 6 банок, это уже неплохо. А, смотри, вот еще сколько много сундуков. Отлично. Отлично просто. Я просто могу сразу несколько сундуков уничтожить. Офигеть. 8 баночек. Это очень даже хорошо. Очень хорошо. Так, кто у нас там бегает? А, Джеки. Джеки 6300. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Меня чуть не стрельнул. Так, ладненько. Так, давай я немножечко откроюсь. Ладно, пойду дальше. Посмотрю, что здесь интересно. Ага. Так, Дэрил. Дэрил бегает, убивает. На, получи, Дэрил. Все, Дэрила мы убили. Получили немножечко баночек. 10 штучек. Хорошо. Пойдем сюда. Здесь постоим немножко. Так, о, Джесси. А куда она побежала? Смотри, она сейчас умрет. Да, она погибла. Ну, погибла. Так, этот чувак, смотри. Нита. Все, Ниту я быстро убил, хорошо. Так, тихо. Кто там? Алешки. Так, давай посмотрим, с кем я буду драться. А драться я буду с этой чувикой. Так, ну у нее там всего лишь 600. Я думаю, я ее уничтожу. Спокойно, причем. Сейчас подождем. Так, увеличиваемся и убиваем. Во-во-во-во, есть. В принципе, было несложно. Несложно. Совершенно несложно, потому что у меня была куча банок. Да. Я включил свой супер и сразу же уничтожил врага. Так, хорошо, ладно, выходим. Посмотрим. Ой, хорошо. А давайте, ребятушки, еще откроем один сундучок. Вдруг выиграем, а? Так, раз, два, три. Кто-нибудь, помогите. Так, очки силы Нита. О, Леону дали, смотри, спасибо.
И кристаллы. 3 кристалла. Спасибо. Сколько у меня всего кристаллов? 38. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Ну что ж, дорогие друзья, будем тогда заканчивать серию. Либо еще раз играть, не знаю. Давай попробуем еще раз играть. Я хочу еще раз выиграть. В принципе. В принципе. А потом я сделаю... Ух ты. Я, смотри, как рядышком. Давай. Сейчас... Нет, я вот эти сейчас открою. Слушай, алло. Можно было, конечно, те сразу быстренько открывать. Ну да ладно. Сейчас на кто-нибудь туда прибежит. Я его также могу убить. Так, Ника бегает, да? Так, и Джеки. Джеки бежит. Так, Джеки, отвали от меня. Слушай. Так, я хочу забрать много, где много сундуков. О, Эль Прима. Так, сразу два сундука я забираю. Так, идите нафиг. А, меня убили, прикинь. А знаешь, что моя ошибка была? Ошибка была в том, что я сюда вообще пошел, когда я знаю, что там будет много игроков. Ладно, давай посмотрим, последим за Шелли. Я себе сделал вкусный чай с лимоном. Это просто вообще божественно. Божественный чай с лимоном. Очень вкусно. Давай посмотрим, последим за Шелли. Что она делает? Она крутится вокруг себя, чтобы ее не выкинули с арены. Угу. Она такой решила ожидать, выжидательную такую позицию, да? Так, все, пошла в бой. Так, посмотрим. А, вот он, смотри, начала за Нитой. Ниту хочет уничтожить. Попробуем, смотри. Получила она по голове и убегает. А нет, смотри, молодец. Молодец какая она, смотри. Убегает и стреляет в медведя. Все, медведя она убила. Что же она будет делать дальше? Мне кажется, она и выиграет. У нее и банок много. Сейчас, если она эту шельку убьет. Сейчас посмотрим. Тогда она сейчас в кусты скрычится. Вот, она спряталась в кустах и сидит, ждет, наблюдает за этими двумя нитами, да? Нитами. Да, Нита. Так, та Нита тоже спряталась, и она сейчас ее... О, смотри, она у этого медведя. Молодец. Давай, стреляй, ты что, Нита? Да, у Ниты меньше здоровья, конечно же. Не знаю, справится она или нет. О, она прошла через отравление. Ну, хотя ее отравление ничего не сделало, интересно. Все, молодец. Так, ну я получил всего лишь минус один кубок, ну ничего страшного. На этом-то уже можно и заканчивать будет нашу серию. А тебе спасибо, что ты поставил лайк, подписался на канал. Эх, до новых встреч, до завтра, всем пока-пока.